Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамрачи. Сегодня в видео я вам хочу показать, как можно половить судака на реке Пре на спиннинг в 15 килограмм. Китана называется спиннинг. Покажу вам сборочку. Такая вот катушечка на 18 килограмм, 6 килограмм фрикцион. Лесочка тоже на 15, поводочек на 11. Джиг сейчас поменяем, поставим больше, 24 грамма. Тест тоже 30 грамм. Сейчас я покажу место, буду показывать вот это вот. Здесь 116-171, вот в этой ямке очень хорошо клюет судак. Еще на лодке вы можете, вы вот здесь лодка, можете подплыть к вот этой вот яме и здесь еще половить, тоже очень хорошо клюет. Если успею, я покажу все, как это ловится, может быть даже и в ямке сегодня успеем половить. Итак, достаем, меняем джиг, ставим на 25 граммов и погнали блеснить. Надеюсь, удача нам улыбнется сегодня. Блесним вот такой вот проводкой, чтобы внизу ползунок падал. Так чаще будет клевать. Вот, как можете наблюдать, уже клюнуло. Вот это, скорее всего, клюнул сом у нас. Сомы будут клевать очень часто. Прям очень. Но тут ничего не поделаешь. Надо будет с этим смириться. Что хотелось бы сказать по поводу спиннинга. Он очень хорошо справляется со своей задачей. Ловит он на отлично. И сомов 8-9 килограмм вытаскивают тоже спокойно. Поэтому тут переживать не стоит. А мы именно будем ловить судака. Ну, сомы, я же говорю, это такая, знаете, приятный бонус такой. Но, правда, бонус его очень долго вытаскивать, этого сома. Он как бы портит всю малину, но ничего. Зато с него можно сделать рыбий потроха, которые пригодятся для того, чтобы ловить другую рыбу. Но это уж чересчур маленький сомик. Это прям вообще малек, я бы сказал, да, 4 килограмма. Еще обязательно проверяйте задание, что у вас есть. Так, у нас сомов нету. Все, значит, отставить. Окунь ночью клевать не будет. Шанс практически равен нулю. И вот так вот блесним, ловим. Проводка от 30 до 40. Ну, скорость имею в виду. И ступенчатая вот такая вот проводочка. Вот так вот. Судаки, кстати, клюют где-то примерно до 6 утра. Вот где-то вот такое вот время, может вот до 5, до 6, ну до 6 еще можно, кстати, поймать, но уже реже, там уже начинает окунь проклевывать, вот это вот тоже будет. Еще, кстати, кроме судака, может еще быть налим, еще может налимчик попасться, он тоже перебивает. Но нам самое главное это судак, потому что за него очень много дают опыта, и в принципе ночью тут я больше всего склоняюсь к ловле судака. Первый судачок почти на кило, 244 опыта, зашел вообще на ура, отлично. Еще один судачочек, смотрите, ребята, 731, и тоже 237 опыта. Я говорю, судаки это просто, знаете как, рай для того, чтобы поднимать разряд, поднимать опыт. Стоят они не очень. Не, ну вот такие вот не очень. Если, конечно, синенькие будут, но зачетные попадаться, то там уже, конечно, нормально тоже можно будет продать. Но вот эти вот маленькие, они не очень стоят. Вот опять судачок взял. Отлично. Вот сегодня прям везет. Честно, вот бывает, ловишь здесь и вот плохо берет. Вот знаете как, ночь на ночь не приходится. Поэтому если вдруг у вас очень плохо клюет, вы можете попытать счастье на яме, на которую я вам говорил. По карте. Вот тут, блин, вот нельзя, да, передвинуть никак. Жалко. Ну, то есть, вот здесь, и вот она ямка, вот эта. Но вы на лодке там проплывете, вы увидите. Там ее никак не проплывешь, тем более там уже будет близко видно. Я, в принципе, сейчас могу ночь половить, если здесь будет очень хорошо ловиться, также продолжать, то я могу днем туда приплыть и потом показать вам, куда именно там бросать, как, что. Вот там тоже очень хорошо берет. Вот там я одну ночь, по-моему, 11 или 12 штук поймал. Короче, до 15, где-то так. То есть там тоже очень хорошо он идет. Но и за это место тоже не нужно забывать. То есть и там может хорошо быть, и здесь хорошо.
Но бежать, вот если здесь вдруг резко перестало клевать, бежать туда, ну, как бы, не советую. Не советую, лучше подождать, посидеть здесь, обкидать очень хорошо. Вот здесь плацдарм для атаки огромен, вот так вот, поэтому можно обкидывать свободно. Сегодня, ребята, какой-то судачий рай. Смотрите, уже судак на 1,5 килограмма. О, гляньте, гляньте, какой у нас улов. Уже гляньте, сколько судаков. Вообще, это красота. Это прям красота. Ночь только началась. Практически каждый второй заброс судак. Каждый второй заброс судак. Вообще бомба, ребята. Я прям в восторге, серьезно. Люблю, когда снимаешь гайд и появляется этот отличный клев, и идет очень хорошо рыба, чтобы можно было наглядно показать, что это место актуально, что здесь действительно водится рыба, она ловится. Это прям вот мне нравится. Ребятки, это бомба. Смотрите, какой судак. Такого я еще не ловил монстра. Гляньте на него. Вот только посмотрите, это реально монстр. Мой первый такой судак. Я еще ни разу такого не брал. Давайте глянем, сколько же он. 5300, 440 единиц опыта я округлил. Это бомба, ребята, вообще смело рекомендую это место вам. Заходите, ловите, проводка 35, от 30 до 40. Опять, я вот не знаю, судак это или нет. Ну, вроде бы как, наверное, опять судак. Сейчас глянем. Нет, рано я порадовался, ребята. Это все-таки сом зашел. Зашел сомик на 7126. Но, знаете как, всю ночь, ну как не всю ночь, ну сколько уже, несколько часов не было сомов. Это, знаете, вообще хорошо, что этот сомов так не... Вот это вот опять судачок у нас взял. Вообще бомба. Я же говорил, судачок. Берем его. Полторашечка. Вообще зачетная. Итак, ребята, у нас уже полный садок. Естественно, подловил я немного сомов. Смотрите, что по цене. То есть вот так вот стоят судаки от 5 килограмм. Они стоят вообще неплохо так это стерлять. А так вот, вот такие вот цены. 89 монет мы за все это можем заработать. А еще плюс налимчик взял. Продаем это все хозяйство наше. Сомы стали брать чаще там, на том месте. Можно вернуться там же ловить, но я обещал вам, что покажу, где ловить на яме. Вот стоит лодка, прямо вот сразу возле базы. Мы ее берем, садимся, включаем движок и плывем к коряге, там, где яма. Сейчас вам покажу. Вот, вот это вот у нас яма, мы плывем сюда, именно к ней. И подплывать мы будем к коряге. Так. Так, вот мы практически уже здесь. Как немножко неудобно. Все. Бросаем якорь, якоримся. И вот это наш плацдарм для атаки. Вот, смотрите. Начиная от... Ой, блин. Сейчас достану спиннинг, так проще показать. Вот, смотрите. Вот, начиная вот отсюда. И вот так вот, вот это размах, вот это все яма. Вот это вся наша яма. Мы можем спокойно блеснить здесь. Также 25-18 грамм. Скорость уже смотрите там сами. Ну, я же говорю, там можете играться со скоростью как хотите. Иногда на двадцатки берут, иногда на 25-ки. Нормально судаки. Вот это вот судак взял у нас. Вот первое сразу у нас заброс. Первый. И уже взял судак. Судак, я определяю, судак это или нет, это как вращается шпуля на катушке. Если она вращается вот так вот быстро, то это по-любому у нас судак. Вытаскиваем и смотрим. Да, это судак. Ну все, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать. Всем огромное, кто посмотрел. Естественно, я еще половлю, потому что время есть. А вам я желаю удачи, ни хвоста, ни чешуи. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать гайды. Ставьте лайки и комментируйте. С вами был Акамарачи, и всем до скорых встреч.